Фотозоны, ярких моментов будет много. И, к слову, делайте как можно больше фото и участвуйте в акции «Один день республики». Ее объявила Госслужба управления документацией и архивами. Принять участие в акции может любой желающий без ограничения возраста, пола, профессии, национальности и места проживания. Видео и фотоматериалы должны быть отсняты именно 2 сентября. Это могут быть лица односельчан, виды праздничных улиц и площадей, мероприятия, события, а также видеосюжеты из жизни своей семьи, ваших коллективов, городов и сел и так далее. Сообщается на сайте Госслужбы управления документацией и архивами ПМР. Участникам акции предлагается заполнить анкету, кратко описать содержание материалов и отправить их по электронной почте. Вы ее видите на своих экранах. Работы будут приниматься в течение месяца вплоть до 1 октября.